день, дорогие друзья. Сегодня мы находимся на ЖК Вишневый парк. Снова. Вот. И делаем квартиру 50, то ли 52, то ли 54 квадратных метра. Вот. Особенности планировки вы видели в предыдущих видео. Сейчас мы уже перешли на чистовой. И как он выглядит сейчас, давайте прогуляемся, посмотрим и сделаем это. Не наступай там, где крестики с клинышками. Вот, во всех остальных случаях все можно. Чаще всего спрашивают про гидроизоляцию. Я вот сейчас как раз вот очень хороший пример, который можно сделать по поводу гидроизоляции двух степеней защиты. Первая гидроизоляция делается под плитку, вот ее можно увидеть, вон там, смотри, вот где белая, вот. Делается гидроизоляция, ну она вот обмазывается и здесь, вот, до изготовления поддона. Чтобы, когда изготавливаться поддон, жидкость, смесь, она, мы все-таки провибрировали чуть-чуть это, и чтобы не ушла водичка к соседу, не дай бог. Вот, поэтому делается первая частичная гидроизоляция, и потом уже перед самой плиткой делается еще вторая гидроизоляция. Вот эта гидроизоляция, которая синяя, она называется Flächendicht. Это с крошкой прорезиненной. То есть это делается обычно, мы вот делаем для поддонов, для вот именно делаем такую гидроизоляцию. То есть вы очень часто можете увидеть, либо она белая внизу, либо красная, это ST65 сырозитовская. Ну, вот так выглядит уже начало красивого, великолепного, я бы даже сказал, санузла. Вот плитка, какого она качества, это можно узнать у плиточника. Вот, ну, в принципе, здесь мы не будем делать подрезку 45 градусов, потому что это очень опасные углы. Вот, и мы здесь будем ставить металлические уголки, скорее всего, может быть, пластиковые, ну, такие, какие выберет заказчик. Так, здесь у нас гардеробная. Уже все тоже зашпаклевано, уже куплены обои. Все это уже в ближайшее время закончится. У нас даже уже куплена мебель. Кстати, хочу порекомендовать вам. Есть такое помещение-склад. Вот, это помещение называется «Моя кладовочка». Вот, в которой вы можете привезти свои вещи. Вот, я видел уже на канале у Димы Юдакова. То это Сочи ЮДВ, это наш партнер. Вот, и по совместительству хороший друг или наоборот. Вот. И мы можем тоже вот прорекламировать, потому что мы очень часто пользуемся услугами ребят. Стоит такая небольшая коптерка, кондейка, как еще там они называют, кайбаш. Вот, мы недавно с супругой спорили. Я написал, что говорю, ну такой кайбашик, она говорит, вот. Какой-то жаргон какой-то этот. Вот, потом открыли это, кайбаш, это строительное, короче. Вот, то есть это место переодевания и всего чего угодно. Так вот, в общем, там есть очень разные. Это примерно стоит где-то вот 2-2,5 тысячи вот это вот место в месяц. То есть, если, например, снимать гараж, ну там, конечно, места много. Будет 3-4 тысячи, это если найдете. Но у нас все гаражи жилые. Давайте пройдемся дальше по ремонту. Так, здесь уже все застелили пленочкой. Добрый день. Застелили все пленочкой, сверху забросали, вот, во избежание недоразумений, уже все затерто. Здесь уже полы вымыты, отчеты получены. Вот, уже все это сделано, надо только вот, какие-то вещи мы делаем в подарок. Это я буквально вчера, недавно сейчас увидел плитку на балконе. И такие вещи, конечно же, мы делаем вот в подарок. Ну, как сказать подарок? Это просто
из каких-то дружеских отношений просто. А вот, кстати, и уголочки. Вот они уже лежат. Вот только что увидел металлические. Да, звук металлический. Вот, так что здесь нам пришлось наращивать стену, сделать гидроизоляцию и шумоизоляцию вот от соседей и небольшой от балкончика. Так, а здесь наверху мы вызывали мебельщиков наших ребят, и они будут делать здесь мебель, и, соответственно, они попросили сделать вот... У нас уже все сделано по размеру, согласовано, и вот эта вот часть, она будет тоже обклеиваться обоями и будут делаться вот из-за вот этого ригеля, который вот здесь был. Мы нарастили стеночку, вот, сделали шумоизоляцию. В принципе, ну, я могу сказать, что вот, когда станет мебель, здесь еще, в принципе, будет очень даже комфортно. Давай сюда. Здесь у нас будет комната для гостей. Вот, здесь будет стоять диванчик, здесь будет напротив телевизор, на всякий случай тут это. И вот здесь у нас получается спальня. Вот, которая тоже уже распланирована, уже все сделано. Нужно только дождаться, когда грязные работы мы сделаем. Уже вызвали потолочников. Они должны все это... Кстати, были сегодня потолочники? С утра были, да? Хорошо. Отступление маленькое. Должны набить багет. И мы с грязными работами заканчиваем. Устанавливать базы, светильники. Все вот это мы уходим. И потом все это вымывается и делается уже чистовая работа без всяких этих. Так что на этом, я думаю, все. Вот, если вам нужен хороший качественный ремонт, обращайтесь, звоните обязательно. Переговоров у нас здесь по Вишневому парку, в принципе, достаточно много мы проводим. Если вам нужна помощь, обязательно позвоните. Зайдем, сделаем вам экскурсию. Уже есть готовые квартиры, есть еще вот на такой стадии. Вот, что хочу сказать. Наверное, на этом все. Так что звоните, пишите, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь. И всего доброго. Пока-пока.